Всем привет, привет! Я хочу сделать хачапури. Значит, нам нужна ложка соли. Я поставила греть кефир в микроволновку. Пару ложек сахара. Сейчас. Две чайные ложки сахара я положила. Вот, греется у меня это. Нам нужна будет сода. Сода пищевая у меня здесь. Кефир у меня вот такой. 3,8%. Густой. И уксус надо будет нам сейчас вот сюда. Готовлю. Это. Ну, в принципе, все. Потом я натру сыр. Твердый у меня эмек. Израильский. И булгарит я добавлю. Это белый, как салат добавляем, типа пета, вот такое что-то. Так, чашка у меня кефира. Он тепленький. Теперь муку. Я не красивую муку, потому что мука у меня хорошая. Я ее оставляю так. Да, я одно яйцо. Забыла. Одно яйцо. Я рукой делаю все. Мне так удобно. Я чувствую тесто. Все вот хорошо размешал. Еще добавлю кефира немного. Пол-литра кефира у меня ушло, короче говоря. Есть у меня литр. У меня половина этого, половина бутылки ушла. Пол-литра кефира. Мука. Добавляем муку. Сразу добавляю сейчас сюда этот, как его. Не в тесто добавляю соду, а я добавляю в муку. Делаю дырочку. Все грязно. Чайная ложка соли. Соды. Сюда в дырочку. Брик. И гасим. Вот все. Чайная ложка, чайная ложка. Чайная сода, чайная. Уксуса. Уксус у меня 5%, по-моему. Да, 5%. Все. Больше ничего сюда не надо. Нам нужно замесить. Джело, если не обосрется, не джело. Нам нужно замесить сейчас крутое тесто. Не совсем сильно крутой, но чтобы можно было бы его катать. И где-то полчасика, пока мы себе подготовлю творог, оно у меня все постоит. Стоит. Отдохнет, как говорят, да? Как люди вот выкладывают? Канал «Пиратская жизнь» не выкладывает по 5-6 видео, по 4-5-6 видео. Это же жить постоянно вот с камерой. У тебя абсолютно нет никакой личной жизни. Это ужасно. Я не могу так. Ну, поэтому у них и просмотры такие. Правда, ведут они себя немножко адекватно. Женщина настолько себя не уважала. Такая бы не было, она женщина. Снимаю с этого. Снимаю с миски, чтобы у меня на миске меньше всего оставалось. Где-то 700 грамм муки у меня уйдет. Была неполная пачка.
я снимаю в ТикТоке смешные видео и выкладываю их на YouTube. И одна мне пишет: не позорьтесь. Я не позорюсь. Вот есть у меня настроение такое хорошее и глупое, я снимаю видео. Нет настроения, я не снимаю. Я не привязана к камере, к ТикТоку, Ютубу. Просто я считаю, что стыдно жить глупому человеку, который ворует, убивает, насилует. Вот этим стыдно. А жить смешно. Что, мы ходили на клоунов и считали, что это люди, которые недостойны? Потом в цирк ходили. А каждый ходил в цирк. Я не считаю, что это люди недостойны. Люди из всего умели делать позитив. Если мы не будем делать позитив, то... Сегодня дочка позвонила, что-то в Израиле какое-то такое мероприятие, что все фильмы в кинотеатрах, да, по 10 шекелей, это где-то по 2,5 доллара. А можно я пойду? Ну, можно, конечно, пойду. Сначала уроки сделаешь, чтобы уроки были. Я туда ушла, начала 8-го. Нет, это без 15-го ушла. И придет только в 5 начала 6-го. Очень много учится. Она говорила уже, она учится у меня на врача. Все, тесто практически готово. Мне надо вымесить. Здесь есть крошечки такие. Мы сейчас их просто вынесем. Так вот. Даже забываю, что я с камерой нахожусь. Иногда замолкаю. Просто молча делаю свое дело. Потом, ой, надо что-то говорить. Вы же ждете какие-то рассказы. Слушайте, у нас дожди. Обещали, эта неделя дождливая. У нас дожди так и не начались. Это ужасно. Это уже жара. Это уже чересчур душновато. Я люблю тесто вот так вот немножко подворачивать его под низ. Оно чуть-чуть не перелипает еще. Я вот так вот сверху его. Честно говоря, я не очень дружу с тестом. Есть там тесты такие делают, шедевральные просто. Я как-то... Не знаю. Так готовить, да, вот тесто. Наверное, если постаралась бы. Раз не получилось, два, три... А на 5-10 получилось бы точно. Я так думаю, все. Ребят, тесто не пристает к рукам. Миска практически чистая. И все. Пакет. И все, и пусть оно мне лежит. Нет, даже не пакет. Я его оставлю прямо здесь. Так, чуть-чуть мутичка присыплю. Вот, видишь, замечательный тесто. Полчасика пускай он не полежит. С тестом мы закончили. Сейчас мы будем делать сыр.